8 человека. Работающий на стройке в Магнитогорске 23-летний узбекистанец Алан Абдулаев, проснувшись на утреннюю молитву рано утром 31 декабря, услышал взрыв, после чего поспешил на помощь людям. Еще до приезда спасателей МЧС молодому парню удалось спасти 8 жильцов обрушившегося жилого дома в Магнитогорске, пишет Life.ru. В свое время собрался молитву читать и слышал взрыв. И поднялся там, у меня где-то минут через 20-25 минут пришли МЧСники. Я как узнал одного там имя Женя. Вот с Женей мы поднялись, где там пожар был. Обнаружили бабушку, которая, ну, она живая. Его тоже, ну, оттуда вытаскивали. И как они пришли, я им показал, что где там находятся люди, которые они были под завалом. Рассказал журналистам молодой человек. По информации очевидцев, Абдулаев до сих пор каждый день приходит на место трагедии как волонтер и помогает спасателям. Разбор, когда первые люди, ну, обнаружили, а там был пожар. Стоит заметить, что это уже далеко не первый случай в России, когда выходцы из Центральной Азии, рискуя, а порой и жертвуя своими жизнями, спасают местных жителей. Так, во время пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово двое выходцев из Таджикистана, Фарзон и Хуршет, спасли около 50 человек. Все орут, все бегают. Мы лишь бы быстрее, сколько сможем людей здесь в магазинах полностью освободить магазин. Также в 2015 году во время пожара в ТЦ «Адмирал» в Казани два трудовых мигранта, спасая чужие жизни, остались под завалами и погибли.